И всем привет, с вами Каиса, и я продолжаю проходить Tomb Raider 4 The Last Revelation. И у нас на очереди 9-я миссия, которая называется Священное озеро. Часть 1. Да, эту миссию нам тоже предстоит посетить 2 раза. Побывать в этом месте. С первого раза все не получится. Итак, бежим вперед. Здесь у нас, кстати, новые враги. Летучие мыши. Но и крокодильчики. Вот он, один ко мне ползет. Так, убиваем крокодила. Отлично, готов. Мышей там всех вроде поубивали. Так, и берем маленькую аптечку. Бежим дальше. Так, вот оно, это священное озеро. И здесь у нас обитают крокодильщики. А ну давай, давай. Я тебя вижу, гад. Так, один готов. Второй подплывает. Не успел ты на подмогу-то. Так, и третий. Давайте третьего тоже застрелим. Так, и у нас здесь была ниша наверху. Давайте туда слазим. Почему нет? Так, лезем в нишу. Отлично, залезли. Что у нас здесь? Что у нас здесь? Спуск у нас здесь. Давайте спустимся аккуратненько. Так, а что дальше? Еще один лаз. Лезем. Ползем. Так, и место забраться. Забираемся. Скорпионы у нас здесь. Убиваем скорпионов. Так, что у нас здесь есть? Давайте в воде посмотрим. Патрончики для ружьишка. Замечательно, берем. Да, на самом деле мне сюда как раз при втором посещении эта локация нужна будет. Сейчас она бесполезна. Так, и берем маленькую аптечку. Но я решил сразу полезные вещи собрать, чтобы потом, ну, не обыскивать это все. Так, сейчас спускаемся обратно. Ползем обратно. Так, вскарабкиваемся. Скорпион ко мне подоспел. А, кстати, как я мог пропустить? Это же флайер. Так, и вылазим из этой ниши обратно к озеру. Так, давайте переплывем на другую сторону, на другой берег. Вон там у нас впереди. Крокодила вроде больше нету в воде. И давайте сохранимся. Давайте сохранимся. Почему бы нет? Сохраняемся. И бежим вперед. Исследовать дальше. Что у нас есть? Что у нас там впереди может быть? У нас там какой-то проход. Что у нас здесь? Горит огонь, колонны, мыши.
убиваем мышей летучих. Так, есть еще паразитка, а? Так, у нас какие-то ямы. Нет, здесь ничего нет. Показалось. Так, осторожно, ямы. В них нам пока не надо. Нам нужно аккуратно спуститься, так что у нас есть. Не похоже, что что-то есть, так что давайте спускаться аккуратно. Вот тут мы можем это сделать. Так, осторожно, факел горит. Давайте зажжем один флайер и аккуратненько спустимся. Так, что у нас впереди? Впереди у нас шест. Спускаемся к нему. И забираемся по шесту наверх. Так, забираемся, забираемся. Нам надо к следующему шесту прыгнуть. Так, теперь разворачиваемся и сальто назад делаем. Так, я надеюсь, я не переборщил. Сальто назад. Нормально. Выбросьте этот флайер. Потуши. Так, и лезем по следующему шесту наверх. Нам нужно куда-то добраться. Кажется, вот сюда вот. Так, теперь давайте... Нет. Так, разворачиваем Лару. Так, чуть-чуть еще спустись и сальто назад. Отлично. Забрались. И теперь забираемся в лаз. Ползем вперед, затем налево. Да, здесь спрыгиваем. Спускаемся вниз. Так, какой-то зеленый коридор. Что у нас здесь есть? Давайте посмотрим. У нас здесь есть... веревка у нас здесь есть. Давайте дернем ее. И у нас открылась решетка в озере. Да, и там у нас за решеткой еще крокодильчики обитают. Так, что-нибудь еще полезное здесь есть? Или больше ничего? Так, какие-то деревянные... Нет, ничего, нет абсолютно. Идем обратно. Идем обратно. По шесту аккуратненько спустимся. Так... Прыгиваем. Так, и прыгаем на шест. Спускаемся вниз. Так, отлично, спустились. Теперь прыгаем на следующий. И спускаемся по нему вниз. Так, а теперь просто прыгаем в воду. Да, у нас тут вода, кстати говоря, аптечка маленькая. Надо бы взять. Что-то еще? О, флайеры еще есть. Замечательно, подбираем. Больше пока ничего я не вижу. Ладно, плывем, куда плывется. Так, теперь наверх. Так, я слышу крокодилов. Да, я вернулся так к озеру. Где крокодилы? Крокодилы, вы где? Так, непонятно, с какой стороны они
сейчас находится. А, вот он один. Одного вижу. Стреляем, стреляем. Так, что-то упоролся крокодил. Так, где второй? Где второй? А, вот ты где. Так, вас двое? И там третий есть. Ну ладно. Давайте прыгнем в воду. И заплывем за те решетки, которые мы открыли. Сначала бы найти их только. Так, видимо, дальше. Плывем, 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 плывем. Вот она, кажется, эта решетка. Так, что у нас здесь есть? Что у нас здесь есть? Давайте залезем и узнаем, что у нас здесь есть. Сначала посмотрим. Тут маленькая аптечка и патрончики впереди для ружьишка. Подбираем. Так, теперь с другой стороны посмотрим. Так. Что здесь? Ничего? А, нет, патрончики еще. Еще патрончики. Так, а там ничего нет, да? Ну да, здесь больше нет ничего. Так, и опускаем в воде подводный рычаг. Вот как он выглядит. Дергаем этот рычаг. Набираем воздуха. Зажигаем флайер и плывем в открывшийся люк. Так, открываем здесь дверь. Так, и плывем вперед. Плывем вперед, налево. Плывем, плывем, плывем прямо. Направо. Вверх. Плывем вверх. Так, здесь. Назад, налево. Так, давайте сначала вот сюда, направо сплаваем. Давай, Лар, ну же, выбирайся из этого. Так, фух, наберем кислорода в организм. Так, и возьмем большую аптечку здесь. А теперь поплыли наверх. Вот сюда. Да, вот сюда. Тут у нас зеркало. Обратите внимание, вроде бы в комнате ничего нету совсем, но зеркало выдает нам картину. Оно показывает, если внимательно присмотреться, то у нас есть люк. Вон оно. Где-то в потолке люк. Именно вот здесь вот. Да, вот такая вот хитрость. Лазим. И что у нас здесь? Давайте зажжем флайер. Флайер. Так, и посмотрим. Забираемся выше. Так, во-первых, патроны УЗИ. Еще патроны УЗИ. И вторая статуэтка. Да, вторая статуэтка. А это означает только то, что нам придется вернуться в храм. Непременно. Так, у нас открылась решетка рядом, неподалеку. Кстати, забыл сказать, в этой миссии тоже никаких секретов нету. Так, теперь плывем обратно. Плывем обратно. Так, сейчас вниз. Да, вот мы взяли вторую статуэтку. Так, сейчас плывем вниз. Влево. Так, 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 в нишу. Ага, дальше плывем. Тут мы дверь открывали и собираемся вот здесь наверх. Давайте отдышимся.
и поплывем вон туда, вниз, где мы опустили решетку. Течением нас унесло, и миссия пройдена. Да-да. Давайте сохранимся. И я благодарю вас всех за внимание. С вами был Каиса. Всем удачи и увидимся в следующей миссии. Пока-пока.